Адмитов Владимир, Республика Бурятия, Баунский, Никитский район. Вы сами чем занимаетесь? Сам я занимаюсь, в общем, работаю на газовиков, трубопровод. В общем, с оленеводством у нас бабушки оленеферма идет, помогаю. Просто спонсирования у нас нету такого. Все-таки вы как-то связаны, с оленеводством? Да, конечно. Я с детства на оленеферме вырос. А как вы думаете, какие проблемы сейчас есть, связанные с оленеводством? Да, у нас сейчас была до этого большая проблема, это с землей. До этого у нас было 49 лет аренда. Потом в связи с у нас с золотом, нефритом, ураном, эти земли посчитали непригодны для развития оленеводства. Нету ягеля, Идет сокращение пастбищных угодий, получается? В 22-м году вроде бы этот закон отменили. Сейчас выбиваем земли, чтобы полноценно жить, кочевать. А для этого что делается, для устранения, хотя бы минимально что-нибудь, какое-нибудь мероприятие для устранения этой проблемы? Мероприятий такого нету. Просто ходишь по палатам, убиваешь. А добывающие компании, они чем-нибудь помогают? Да. Вторая оленеферма, она находится, получается, на пособии нефритово добывающей организации. Они помогают, кормом, продуктами, питание завозит. В общем, так. И бывает, что там какие-то проблемы есть, советуют золотарей, собирается, и тоже иногда помогает. Такая спонсорская помощь. Да. И следующий вопрос у нас касается изменения климата. Вы сейчас, это глобальная проблема, везде говорят об этом, о потеплении, с этой проблемой как идет ситуация в вашем районе, в Банковском? У нас сильно незаметно. Зима долгая, весны практически там нету, лето тоже месяц-полтора. Сильно незаметно, тут ближе уже к югу, в последнее время дождей много, топит, речки прибывают, наводнения, да. Хорошо, что мы еще далеко в тайге, сильно больших речек у нас нет. С пожарами как? С пожарами что хорошо, не горели еще. Бывает, хорошо, пожарные службы работают хорошо, сразу тушат. Сегодня первый день чемпионата международного, Как вы считаете, вообще необходимо проводить такие мероприятия, чемпионаты? Вообще это нужно и в последующем? Вообще, нужно ли проводить такие мероприятия? Да, конечно. Я вообще рад, что приехал сюда. Это большой опыт, обмен информацией. Это очень замечательно, я думаю. И таких мероприятий должно быть побольше. И почаще встречаться. И в нашем регионе такого не хватает. Единственный, наверное, этот праздник – это бальдёр. И то он проходит... Два раза у нас проходил, хорошо, приезжают уже и венки, оленеводы со всей России. А это что за праздник? Слет оленеводов, получается? Да. Он тоже со всех республик, тоже проходит масштабно, примерно. Чемпионатов таких не было, и еще мы не участвовали, сейчас первый раз, здорово. В дальнейшем будем тоже, наверное, принимать участие. Хотелось бы, чтобы почаще было. Спасибо большое.